Всем привет, дорогие друзья, с вами Red Fox и внезапно не Mountain Blade, точнее нет, Mountain Blade, внезапно не боевые братья, внезапно не Total War. Сегодня вообще внеочередное, вне расписания включение, потому что у меня сегодня день рождения. Я уже куда-то уехал, потому что жена мне приготовила сюрприз. Я взял выходной на работе. И даже не знаю, где я сейчас. Потому что сейчас у меня понедельник. После работы я решил вам что-нибудь записать. Так вот. Я думал поиграть в Total War, но его мало кто смотрит. Battle Brothers как-то банально. И я запустил Mountain Blade. Решил, а чё бы и нет. Потому что на Mountain Blade, которая не так давно релизнулась, вышел интересный мод. Интересный мод называется... Знакомая карта. Называется он The Old World, по-моему. И да, это Империя Вархаммера. Да, еще не вся, даже Старый Мир еще не весь, даже Империя еще не вся. Но уже довольно прилично. Ставил из мастерской Стима, там все просто. Да, в игре много чего еще нет. Нету гномов, нету орков, только людишки и нежить. Плюс немножко хаоситов и зверомордых. Но в игре можно играть уже сейчас. Где тут? За магов. За мага огня, в частности. За кого я решил попробовать. У меня в отряде есть боевой пункт. Как это, поп, Warrior Priest, за него тоже можно играть, но за него немножко багнуто пока что, к сожалению. Смотри, как все красиво. По крайней мере, когда я пытался играть, у меня не получалось прокачивать его характеристику, веру. Не знаю. Может, починили, может, нет. За Witch Hunter, ну, если прокачаешься, Witch Hunter можешь и поиграть. Вот такой он по дефолту, я его уже немножко приодел. Есть маг небес. Есть маг огня, маг небес. И вроде бы все. Ну и общая магия. Вот, давайте нападем на культистов-хаоситов. Я вспомню, как играть. Разомнусь немножко, а то после рабочего дня. Yeah? What you want with us? Надо размяться. Покажу вам красоту. Да, при первом запуске игра очень долго загружается. Она не зависла, она долго загружается, потому что сейчас вам покажу самую красоту. Это, конечно же, горящая голова от мага огня. Так ярко, что не видно даже голову, но она там есть. Пошлем наших ребят. У меня там пехота, которой надо качаться, потому что она немножко дохнет. Еще я тут подрался с хаоситами, и у меня много их пленных, которых я могу нанимать к себе в отряд, что я и делаю, потому что это монстры-убийцы какие-то. Вот у нас тут есть немножко хаоситов.
плохо видно, но вот они рогатые. Вон Харнит, Нурглит. Какие красавцы. Попробую сделать отряд хаоситов. Постепенно. Даже в плен не буду брать этих оборванцев. Так, вот добычу возьмем. Надо бы, кстати, где-то продаться. У меня там весь инвентарь забит. Верхаем под осадой, к сожалению. Давайте в Нульн съездим. Это не будет прохождением... О, подождите-ка, серьезный противник. Это не будет прохождением. Я и до этого очень долго качался потихоньку по вечерам в состоянии, потому что... Какая у него скорость? 5,1, а у меня 5. Блин. Он там нанимается. Это его ошибка. Это большая ошибка, дружок. Вот у тебя и скорость упала. Какие красавцы, хаоситы, а? При первом запуске, я не помню, я говорил уже или хотел только сказать, при первом запуске игра очень долго грузится от... Так, мы в деревне, смотрите, какая красивая карта. Прям деревня, прям имперская деревня. Жаль, ничего из этого не используется, потому что бой будет на окраине. Но все равно. Игра очень долго грузится в первый раз, потому что она переформатирует всю карту. Давайте сразу выйдем вперед. Так. Стрелки туда, пехота вон туда, пока достаточно. Конных лучников можно сюда. Поэтому не думайте, что игра не работает, игра зависла. Если она у вас стоит 10 минут, 20, полчаса может стоять, загружаться, потому что она там шейдеры прорисовывает, еще что-то. Это нормально. Ну что, пошлите бахнем. У меня еще торнадо есть. Огненный. Ой-ой-ой, ребята. Какие-то бар... Ой, у меня, кстати, да, вот. Вот и мои маги фигачат. Здесь есть пороховое оружие. В общем, тут полное веселье. Не хватает гномов и орков. Мне кажется, тогда бы сразу все взлетело еще лучше. Давайте пехоту в бой пошлем. То им вечно экспы не достается. Знаете, какая красота, а? Вот и хаоситики мои ручные. Я, честно говоря, прямо вот буквально вечером придумал, во что бы мне поиграть, чего бы мне такое запустить. Поэтому так, Соркерер в Broken Wheel. А ты колдовать умеешь, что ли? Давайте возьмем такого. Остальных нам не надо. Так, побольше стрелков. Точнее, не побольше, стрелков у меня дофига. Давайте Хаус Кнайта. А я не взял.
возьмем. Так, это что? Это Файльдорф. Давайте в Файльдорфе продадимся. Или в Нульне. До Нульне, но ближе, наверное. Сколько оборванцев тут бегает. Дело в том, что я нанялся к императору, так сказать, в Альдорфе. И у него поначалу была война с Карштайнами, но потом она что-то закончилась. И с тех пор довольно долгое время уже никакой войны нет. Так что я думаю, мы сейчас контракт с Рейклендом прикроем и наймемся к кому-то, у кого война идет. А то так скучненько. О, кстати, турнир. Турнир — это интересно. Так, давайте продадим всякий хлам. 12 тысяч, на секундочку. Но магию прокачать очень дорого. Магия прокачивается очень дорого. Имейте в виду. Так, квартал таверн. И мне надо продать вот этого парня. Потому что фиг знает, что с ним делать. Своих хаоситов я не буду продавать. Так, ну что, пойдемте получим по башке в турнире для разминочки. Из-за того, что я маг, я одет как маг, выхватываю я только в путь. Так, где враги? Где враги? Так. Друг с двуручником. Я танкану. Бей их в спину. Молодец. Хорош. Нормально. О, это ж мой. Это мой Вичхантер. Это хорошо. Он боец-то неплохой. Так, свалка. Общая свалка. Тихо, 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 тихо только. Я танкану. Держись, бей их. Хорош. Хорош. Командная работа, красава. Ну куда ты врываешься-то, подожди. Ну тут уже не важно, мы прошли. Ой, ты как... Молодец. Стой, прикрою. Ох, красава. Ты в своей броне, кстати, которую я тебя не слабую нацепил как раз с такого турнира. Так, мы опять вдвоем против них. Отлично. У тебя опять двуручник. Я танкую. Стой, 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 я танкую. Не танкую, стой. Надо хотя бы одного из них забить. Не забил. И он не забил. А, так это ж мой прист. Ты, надеюсь, выиграешь хотя бы? Да, он выиграл. Андерлин, это же мой. Или не мой? Может, и не мой. Они, блин, все похожие. Не мой, видимо. А как мы его зовут? А, у меня Эрнестус. Ну, брат-близнец его. У меня еще есть маг огня. Еще один. И да, если вы начинаете играть за мага, рекомендую сразу найти в таверне, как у вас наберутся 2000 денег, поискать в таверне такого же мага, как вы, побегать по городам. Откуда у меня столько веса? А, найти его, нанять за 2000. А, и тут у всех два комплекта одежды одинаковые, у всех. Вот. И боевая, и не боевая. И вот мага огня я нанял, раздел и получил себе полный комплект одежды на мага. Потому что один элемент стоит гораздо дороже 2000. Магические элементы вот отмечены цветом. Вот шлем, например, Bright Wizard. Да, брони у него побольше, чем у моего поношенного. Но он стоит 20 тысяч, а тут за 2 тысячи полный набор брони, которая дает плюс к Fire Resist и к Fire Damage. Но Fire Resist я что-то не ощутил, кстати.
к демеджу дает. Вот, а что у меня столько весит? Железо, я тут пробовал 287 железа, откуда столько? Давайте все продадим железо, я тут пробовал себя в кузнечном деле. Муторное это дело. И все еще мясо дофига. Зерна сотка. Вот. Итак, давайте-ка проверим. Давайте проверим. А как... Где тут энциклопедия-то? Я вот фиг его знает даже. А чё, у меня даже квесты скинулись, какие были когда-то. Вот. Королевство. Аверланд. Воюет с Сильванией. О, Аверланд. А Рейкланд воюет только со всякими хаоситами. Надо в Аверланд переходить. Лидер, лектор каунт Мариус Лейдорф. В Аверхайме сегодня был, а Аверхайм там, у него проблема у Аверхайма. Его там штурмуют нежить как раз. Значит, что? Значит, мы идем в клан. Не в клан, в королевство. Прекращаем свое наемничество. Да. А, и... Нам надо найти кого-то из Аверланда. В Стаделе никого нет. Придется так поискать. А вот кто-то едет. Караван. А ты кто? Жители. Так, давайте... Может, лошадок прикупим? То что-то мы медленные. Пленников у нас дофига. Недорогих. Так, пошли, там наверняка возле осады толпятся. А уже все? Почему? А, Аверхайм захватили. Сейчас, конечно, не лучшая идея наниматься в Аверланд, когда их Сильвания долбит. Но не за Сильванию же идти играть. Во! Во-во-во. А, подожди. Сейчас я наймусь, да, и отгребу. Это прикольно. Так, стой. Я хочу на вас поработать. Мне нужны глобальные зарубы. О! Мы сейчас вместе с тобой развалим. Я бы хочу к вам примкнуть. Так, за плату или... Наемничком или не наемничком? Давайте просто наемником. Тут денег дают только когда ты выигрываешь бои. Отлично. Так, теперь мы с тобой, опа, и нас стало больше, чем этого Маркоса Карштайна. Ну-ка, пошли вместе. Блин, что ты делаешь? А теперь попробуй убеги от нас, вампирская морда. Who are you to approach me? Здорово. Смотри, какой красавчик. Сдавайся или умри. Хотя ты уже мертв. А вот тут тоже наши бьют, не наших. Или наоборот, надо помочь будет. Сейчас мы порезвимся. Главная проблема, что когда загружаются большие армии и вся их красивое снаряжение, бывают очень долгие прогрузки. Блин. У меня там куча стрелков, а у нас тут лес непролазный. Это не очень хорошо.
Давайте как-то так. Может, коробочку поставить пехоту? Я на союзника не особо рассчитываю. Давайте коробочку поставим из пехоты. Хотя, если я удачно их пожгу... Тут дело такое, можно удачно выловить арбалетный болт или из ружья в голову и на этом прекратить свои похождения. Давайте-ка все за мной, раз мы сближаемся. Кавалерии у них мало, кстати, это хорошо. Все, наверное, в атаку. А мы сейчас пошалим. Дело в том, что магия тут, она как в Total War, как в Warhammer во всем. Я что-то убил прям миллиард людей. Я столько ни разу такого не делал. Friendly Fire стопроцентный. Если фигануть огнем по своим, выгорят точно так же, как враги. Что у тебя на лошади? Тварь какая. Ну-ка, стой. У посоха урон огнем, и поэтому он ваншотит почти все, что угодно. Собственно, я выжег, похоже, всю их армию. Выглядит немножко имбово, но от этого забавнее после обычного Mountain Blade. На, Хаус Кнайта приговорил. Так, магия здесь, да, должен сказать, видите, 42. Это ветра магии. Они как и в Вархаммере, в Total War. Их ограниченное количество, они регенятся со временем. Вот отъеду подальше от кричащих. И если в одном бою ты их все потратил, то в следующем бою ты будешь без магии, потому что она регенится не так уж быстро, если прямо из боя в бой фигачить. Поэтому надо действовать осторожно. Я 83 человека сжег. Ну, еще парочку посохом приговорил. Но это рекорд мой в этой игре. Настолько я еще не зажигал. Я, прям скажем, недавно выучил большие заклинания и говорящую голову, и торнадо огненное. Так, те, кто в плену. Здорово, это я. Как тебе понравилось? Так, у него было 73... Это я лорда из плена вытащил, да? И у него еще 73 пленных, которых можно себе взять. Но я заинтересовался. Давайте побольше. Я тут экспериментировал с разными войсками. Побольше огнестрела и побольше хаоситов. Вот это вообще красавка, сейчас покажу. Вы посмотрите, как это шикарно. Чозен Нургла, пожалуйста. Просто хаос. Чозен избранный. Воин Нургла. Воин Хорна. Какая огромная работа проделана. Хаус Кнайт. Ну и всякое интересное. Вот. Так, пленных.
Мало могу взять в отряд. 13 человек. В принципе, можно взять. Мы сейчас в другой бой полезем явно. Ох ты, рыцари Blazing Sun. Я таких и не видел никогда. Давай возьмем. Что у вас интересного? Избранный. Крагсбургский сержант какой-то. Не знаю, кто ты такой. Пошли. Пистолетчик. На коне. Так, сколько еще человек-то? Еще нормально можно брать. Найк Харнита. Хендганера, Красбова. Так. Ну и хватит пока. Дракенговские темплары. Какие дряньте вы глянете. Вампир фон Карштайна. Хаситы. Так, еще два пленника. Давай избранных возьмем. Все, остальных себе там забирайте. Так, броню, к сожалению, никакую такую носить не могу, потому что у меня вся магическая, и все усиливает мой fire damage. Поэтому я одеваю у Приста, соответственно, усиливающее его заклинание лечения. Соответственно, я могу только вот этого парня одевать, потому что больше некого. А он уже и так одет, что лучше некуда. Все, стрелять никак не научится только. Так что мы просто все это возьмем. И поедем, вот тут еще один кандидат на разборочки. А вот хаус-рейдеры. Это полный отряд хаоситов. И они очень суровые. Если их не выжечь огоньком, как выжег я, то они разваливают очень уверенно. Так, я прокачал до 200 спеллкрафт свой. Давайте посмотрим, что тут есть. За каждый магический предмет в снаряжении, надетый на вас, плюс 5 экстра ветров магии. О, на старте боя. Это очень серьезно. У меня фулл комплект так-то. И 20% ветров магии регенерируются в городе. Ага. Так, ваши ветра магии равны 25, если у вас меньше на начало боя. Ну, это прикольно было бы в начале где-нибудь игры, но сейчас у меня, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5 плюс посох, у меня 6, у меня больше предметов сейчас магических дает ветров. Нижний хорош, когда у вас нету снаряжения, а когда у вас есть снаряжение, это дает больше тупо. И это шикарно, потому что заканчивают ветра в активных побоищах. Я тут пытаюсь раскачать огнестрел, но дело в том, что его надо минимум 30-ку, чтобы надеть, чтобы в руки взять. И я качаю его только на турнирах, когда выпадает... когда выпадает огнестрел в руки. А это редкость и сложно. Давайте вкачаем. Так, вот две вкусные цели. Эммануэль. Ну тут хаосит. Хаосит убегает от отряда Рика. Значит, мы берем сначала этого, а потом хаосита. Стойте, стойте, не дохните. Сейчас мы всем поможем. Да, о! В чистом поле. Красота. Вон и врагов видно. Немного кавалерии, немного пехоты. Точнее, много пехоты. Не знаю, есть ли смысл расставляться, потому что мои союзники точно попрут тупо в атаку.
Ну мы давайте расстаемся. Не хочу потерь. Нам еще хаоситов потом бить. Стрелки сюда. Пехота рядом кучкой. И мы не пойдем в атаку. Пусть союзники наши бегут. Главное, болт не получить. Ой, ребята, что же вы делаете? Или что я делаю? У них скелеты, гляньте, какие-то. О, еще кто-то поливает. Ой, как я неудачно подъехал. Так, а ну бейте эту. Да чё он сквозь вас-то проехал? Плотнее ряды. Ну стой, мерзость вампирская. Осидская, точнее. Так, ну у меня еще так-то есть. Заклинанница. Кому фаерболом втащить? Убегают. Здорово. Успел. Тут край карты уже был. Читеры. Читеры. На минус 2 кто-то прокачался. В минус. Ну, конечно, максимальный читер тут я. Выжигая так толпы. Так, 7 сбежавших. На самом деле никуда не сбежали. Так, все в атаку. Ща им фаербол в морду дам. Подождите, пропустите. Там, правда, наши. Ну... Я сжег Knights of Blazing Sun огнем. Рыцари сияющего солнца были сожжены. Смешно. Вот это, кстати, хил зелененький. И если успеть сюда встать, то можно похиляться. Да, я и своих рыцарей сжег, хорошо не насмерть. Еще куча пленных. О, можно сразу себе набирать. Посмотрите, сколько их. Так, похоже, мы переформатируем свою пехоту. Похоже, прямо сейчас. У меня тут, смотрите, забавные, кстати, есть. Тут даже зверолюдов сделали, а? Так, похоже, сейчас мы станем элитным хаоситским подразделением. Вот эту всю ерунду нафиг. Так, тут одних избранных 16 рыл. Так, сейчас я всю пехоту, похоже, тут оставлю за ненужностью. Так, магистр какой-то хаоситский свободен. Блин, сержант, это топовый мечник. Пикинер топовый. Ну ладно, хаоситы всяко круче. Стрелков вот всех-то, наверное, не буду отдавать. Грейтсворды. А, ветеран-свордсманы. Этих оставлю, это редкие ребята. Аутрайдеров оставлю, пусть стреляют. Арбалетчиков, видимо, надо отдать.
Так, вот еще есть алебардисты. Еще арбалетчики. Так, и парочку еще взять кого-нибудь. Нурглиты, кхарниты. Еще одни нурглиты. Все. Давайте вот этих возьмем, они забавные. Так, получается, мне теперь такая толпа пленных не нужна. Для пополнений только. Что у вас тут интересного? Ценник у них теперь не пишется, непонятно. Это кто такие? Хаситы какие-то. А, перебор. Перебор. Соркеры расставь. Vampire Sword, ух ты. Я, кстати, хотел затестить копье хаоситское и забыл. Так и вожу просто так. Спа-то у меня скорость 93, режущий 69. 89, режущий 60. Тут больнее бьет, но чуть помедленнее. 113 длина, 89 баланс. И подлиньше. В общем, он медленнее, но помощнее. Давай возьмем его. Еще булава какая-то есть. Ну, булава у меня вот уверенная. 101 тупой урон. Еще вампайр сорды. Ладно. Продадим. Так, пошли теперь все вместе вот этих отоварим. Подождать бы нашего вот этого парня. Ну да ладно. Я думаю, мы справимся. В моей огненной магии мы справимся. Справимся. Так, лес это не очень хорошо. Вот тут точно мы не идем в атаку. Хотя у меня теперь совсем другая пехота. Пехота должна принимать на себя кавалерию. А кавалерия у них уверенная. Я пойду выжгу пехоту, и тогда у нас дела пойдут полегче. А еще у мага... Ой-ой-ой. У мага... Я загорелся сам, и я сейчас отъеду. Это фейл. Я выжил на соплях. Надо срочно дождаться хила от моего паладина. Он у нас где-то здесь. Не отъехать. Так, что-то там не так уж много хаоситов сгорело. Пойдемте еще поколдуем. Торнадо только в этот раз. Не-не-не, друг, ты чё творишь? Не меси его.
Ну забьете там? Забили. Так, кавалерия, вот так вот, что-то тут оборзело их. Кавалерия бегать. Ой-ой-ой, какая толпа. Пехота, ну в атаку. Хил, хил мне надо, пропустите. Вот смотрите, как мы регеним ХП. Все, мы перестали. Почему я умираю? Я загорелся. От чего я загорелся? Кто меня поджег? Я даже не увидел. Так, ну у меня хаоситы не хуже ваших так-то. Не тут-то было, что называется. Но, наверное, мы потеряли людей. Но воины хаоса жесткие, у них просто нереальные броня. Я, кстати, поставил настроечку, чтобы трупы не исчезали. Посмотрим, насколько моя видеокарта это выдержит. Но вот тут торнадо пожгло, вот тут горящая голова была. Красота. Ну, 40 хаситов я нажег. А потеряли мы всего двоих. Пистольера и Нурглита. Воина. Да, привет, привет. 57 пленников. О, я получил левелап. У меня намного больше народу может быть. Отлично. Значит, надо... Хаоситов все-таки держать в запасе. Что-то у меня лимит пленник, потому что у меня много народу. Надо одного выкинуть, чтобы все не разбежались. Надо нежить продать. А был там чозанов понабрать себе. А чё это? Не все забралось в первый лаг. О, ноль человек осталось у этого парня. Так, надо продать все нажитое теперь куда-то. Вот в Фаэльдорф поехали. Ой, а вы кто такие? Культ иллюминатов каких-то тут у нас. Не, так просто тут по мосту не проехать, знаете ли, ребята. Я начал говорить в бою и, по-моему, так и не досказал. У мага ветров, небес, есть заклинание просто космическое. Порыв ветра, что ли, что-то так, торнадо, не знаю, какое оно там. Но, в общем, оно сбрасывает всех всадников с коней. Просто ты во вражескую кавалерию кастуешь эту штуку, и все пешком. Оказывается, это просто ультра крутота. Маг огня, правда, может их всех сжечь сразу, без промежуточных, но спешивание тоже довольно веселая штука. Так, сколько за тебя платят, Карштайн? 3000, не так и много. И этих твоих всех забирай. 6000, уже более-менее. Так, коровы, овцы нам не надо. Броники. Я уж не буду, наверное, кузнечку-то качать. Что-то она бестолковая маленькая. Так что, наверное, тут можно все продать. Кузнечка немного баганая, хотя денег достаточно, давайте зайдем. Я поставил, во-первых, мод на бесконечную стамину, потому что иначе это очень долго и скучно. Давайте поплавим, может, откроем что-то. Кузнечка, к сожалению, немножко баганая.
Очень сложно научиться делать вещи из мода, но теоретически можно. Я вот в копьях чему-то научился. Что это за длина такая? Вот вроде я могу копье сделать, но что это за копье такое? Подскажите, пожалуйста. Вот здесь, наверное, мне не хватает элемента, чтобы удлинить. Это какой-то кинжал, а не копье. Какая у него длина? 85. Это короче, чем меч. Тыкалка. Здесь крутые топоры. Но почему-то... не больно их можно сделать. Полиармы я все никак не выучу. Ой-ой. Посох я бы огня себе забабахал покруче, но не могу. Вон, канделябром всех фигачить. Грейтсорды забавные. В общем... мод только вышел, я так понимаю, его активно допиливают. И когда допилят, будет конфетка. Но пока что так. Не очень все готово. В смысле. А сам-то мод очень даже крутой. Так, давайте продадим теперь все, что я тут наковал. Так, ну что, пошли еще поищем себе вражин каких-то. Вот этих, например. Что это тут за иллюминаты бегают? Давайте дадим им по башке. Чисто из спортивного интереса. Все в лесу где-то. Что-то... местность какая-то. Все в атаку. Я им фаерболом заряжу через полкарты. Куда-нибудь вот туда. Дайте мне их главаря. Какая у тебя полиарма интересная. Так, хаосита сбили с лошади. И бьют. Убили. Хаускнайта убили. Насмерть. Вы что делаете, демоны? Там маг кого-то вырубил. Я подумал, мой маг огня валялся. Теперь ты в плену. Кто бы ты ни был. Бекон у него. В армии. Так, а кто это такой? Это караван. Караван мы не догоним. 275. Но если мне помогут, мы можем им напинать. А вот тут, я смотрю, помощники есть. Помощники это караванщики, да, которые мимо поехали. Так, 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 тут... интересные ребята. 200 рыл их. Можем ли мы 200 рыл одолеть? У них много раненых. Ой, раненых. Рекрут. Раненые тоже есть. Если я чуть отгоню вон тех 80, то я уверенно забью, но вот эти парни могут уже отъехать к тому времени. Отлично. Так, жаль, они не на переправе. Кавалерии у них мало, пехоты много. Так, давайте поставим пехоту... коробочкой,
чтобы она на себя байтила. Вот тут инвертирован вверх-вниз на колесике. Я постоянно путаюсь. Никак не могу привыкнуть. Стрелков сюда, кавалерию сюда. Конных стрелков куда-нибудь сюда. Все. И я, соответственно, дайте пройти. Я хочу немножко же пожечь. Главное что? Главное не подпалить себя. Когда ты быстро скачешь на лошади, то это сделать, к сожалению, очень легко. И я загорел. Нет, я не загорел. Отлично. Но я что-то не очень-то их и пожег. Так, широким фронтом фигачит. Я думаю, кавалерию надо бросать в атаку. Хорниты. Он выжил. Так, надо лучников оберегать. А ситы в рядах лучников — это не очень хорошо. Так, я сам получил в морду неприятно. Так, пехота быстро, быстро, линия. И пехота быстро в атаку. Что-то мы теряем больше, чем я бы тут хотел терять. Ух, черт от моих стрелков. Так, это враги. Еще стоим, кого ждем. Где враги-то? Не пойму. Тут еще 5 пехотинцев, где-то 4. О, вижу. Я ему в щит ударил. Не вижу. Ну что-то мы много потеряли, да? Нет, троих только. И 49 разных. Ну, стрелков мне всех поубивали. Ну, не поубивали, а ранили. И хорошо, что ранили. И 3 хаосита умерло. Так, давайте добьем всех этих смешных людишек. Кто там остался? 3 кавалериста. Эх, выше прошло. Ну, его тоже нормально встретили. Дайте тащить. Блин, эти березы не видно. Где у меня вперед, где у меня назад. Готово. О, можно пополнить войска. Хаоситов нет? Есть. Хорниты есть. Чозаны. Хаскнайты. Сколько мне еще можно взять? Что у вас есть интересного? Аутрайдер. Осадный арбалет. Это какой-то необычный юнит. Так, пленные. У меня пленных перебор. Значит, никого не будем брать.
Сбегут из отряда. Да мы, ну, сейчас полечимся, и тогда не сбегут. Вот если бы я мог из этого пистолетика стрелять, я бы себе еще стрельбу прокачал. Но я не могу его в руки взять, к сожалению. Почему не все берется-то? Потому что мы переполнены. Так, можно еще вот этим вот врезать. А, это караван. 80 рыл караван. Но мы их не догоним. Пошлите скинем Фальдорф. Все, что можем. Так, давайте переработаем, наверное, все это. Мало ли, может, я что-то все-таки скую когда-нибудь, когда буду вечерами сидеть, скучать. Так, все продать 7800. Хорошо. Почему такой перегруз? Куда мне столько угля? 5 мяса 200 штук. С хаоситов выпадает много мяса. Уж не знаю, с чем это связано. Так. На арену незачем. Таверны. Этого иллюмината надо продать, а то сбежит, а толку никакого. Так, там кто-то наняться хотел. Chosen House. А чё я прокачал? Ага. Даже не знаю, чего мне бы надо. Управление увеличивает вместимость отряда, да? Или атлетичность, чтобы не дохнуть без брони-то, когда оказываешься без лошади. Давай атлетику. Это полезная вещь. Сколько скорость? 4,2 в лесу. Ну, понятно. Караван фиг догонишь в этой игре. Непонятно почему, кстати. Ого. А тут армия собирается. А мы свою армию не хотим собрать? У нас все побитые лорды. А, так они осаждают. Слушайте, поучаствовать в осаде было бы прикольно, но боюсь, если наши не соберут армию, мы ее проиграем. И в Упперталь осаждают. Зато Грандштадт наш. А, подожди, Грандштадт только наш и есть. У нас последний город, нас давят Сильвания со всех сторон. А там много народу. Еще хаоситы. Я вот странно, я же дрался с всякими ребятами. Вот хаоситов, этих бил. Там много было из плена ребят. Если я их не взял себе, их же должны были взять второй лорд себе. Там больше 60 человек было. Тут Манфред фон Карштайн собственной персоной с армией на 890 рыл. Так, не хотелось бы терять сейчас на хаос-рейдерах. Тут Суприм Патриарх, Бальтазар Гейльт. О, надо бы ему помочь, но он в сложной ситуации. Бальтазарушка, что делать будем? Ты хочешь напасть? Блин. Ну давай. Самим Бальтазаром Гельтом. Плечо к плечу. А давайте мы встанем с этого берега.
Бальтазар, я ничего не хочу сказать. Но, пожалуй, мы встанем здесь. Так, их огромная толпа. Мы точно встаем коробкой. Как-то ее можно растянуть? Ее можно, наоборот, сузить. Давайте, стойте так. Стрелки вот по берегу. Где-то здесь. Кавалерия. Не сам плохая. 19 рыл. Бросить их на убой, может, сразу? Или не сразу? Конные стрелки. Идите на тот берег. И кавалерия вот сюда. Пойду пожгу, а потом посмотрим. Надо кого-то на коня посадить и в кавалерию выставить, чтобы он их бафал. Так, секунду буквально, я закрою окно, у меня кот замерз. Да, котик, сейчас уже. Кот хочет внимания, а я пришел с работы и не глажу его. Итак, ну что, поехали, помесимся. Так, конные стрелки, идите в атаку, отвлекайте их. Так, мне нужна огненная голова. Скелетов. Кавалерия в атаку. Вот на этих ребят. Лошадь выжила. Так, это что за заклинание? Я такого не знаю. Это Бальтазар Гельд. Ой, там дождик, смотрите. Так, кавалерия за мной. Ой, какое-то веселье. Заклинание, как вы видите, кадешится. Нельзя поспамить. Но когда откадешилось, можно. Так, какая-то кавалерия мимо бегает шальная. Моя кавалерия за мной. Так, кавалерия в атаку. А их что-то... Это у ребят-то все плохо, как я погляжу. Где моя торнадо? Не хватает маны. Фаербол, фаербол, фаербол. Вот он, фаербол. Не попал особо никуда. Так, я думаю, пехота уже может встать в линию. А еще она может пойти в атаку и дать по морде всем. Так, это чужая вся кавалерия. Что там ездит такой толпой? А это не Манфред ли Карштайн? Ну-ка, стой, гад. Разговор есть. Блин. Ну, всадник я такой себе. Танкуют ребята. О, на Демигрифе всадник. Вот, смотрите, рыцарь. А ну, брысь. Так. А вот и победа. Я так и не опробовал копье это. Хасидское. Ничего в нем хасидского не понял. Тут уже не ударишь никого, потому что я их не догоню. Опа! Чуть-чуть. Щит он развернулся. А ну иди сюда, гад. Иди сюда, разговор есть. А, подожди, какой Манфред? Манфред там замок осаждает. Тут не может быть Манфред. Только его родственники могут быть.
Там Хорнвариора кто-то убил. На, Бладкнайт. Рыцарский удар. Что-то еще могу. Я не понял, мы победили, а там дохнут мои ребята. Потому что эта кавалерия еще не разбежалась. Так, все в атаку. Стрелки тоже. Дострелите их. Тут бегает. Партизаны. О, вижу. Ну, иди сюда. Это типа нежить не отступает. Пошел вон. Так, Хасид чемпион. Ну-ка иди сюда. А, во, пеший. Убегай. Эй! Все. Ну что, неплохо зарубились. Мне кажется... Мне кажется, маг огня зарешал. 152 тела. Я в осаде еще ни разу не участвовал. Я боюсь представить, что там будет. Представьте на стену бахнуть огненной головой. Или за ворота, когда их штурмуют тараном. Я прям хочу. Может быть, я даже это запишу, но не знаю. Короче, очень интересный мод. Так, не всех добили. Рекомендую всем. Кавалерия опять. Все вот так. Очень рекомендую всем попробовать. Высоко пошел. Ну куда ты? В толпу воинов хаоса заезжать очень плохая идея. Иди сюда. Да что ж ты поторопился? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё? Пошел к черту, ребы. Кунштайн. Ой-ой. На. Так, где? Не вижу. Все. Вот потеряли марксмана. Завалили. Сам Бальтазар Гельт, вы гляньте, собственной персоной благодарит меня за помощь. Имя рандомное, я просто на рандоме начал играть. На рандоме и на Iron Man. Ну ты урод. А тебя лично тащил, помнишь? О, мы спасли из плена кого-то. Вылазь давай. А то там на фронте не очень хорошо дела идут. Knight of Blazing Sun еще улучшить можно. Inner Circle, Inner Circle. А, Knight'ы просто или Демигрифы? Конечно, Демигрифы. Так, есть места, есть пленные только. Для пленных мест мало. Избранные Нургла есть, избранные Хаоса. Давайте я их возьму. Кхарниты, Хаос, Кнайты. Давайте так.
Что там прокачалось? Атлетика. Урон при столкновении, уменьшается. Пешие воины вашего подразделения. А вот это подразделение, это прям вот то, чем я командую, или всего отряда? Наверное, это того отрядика, которым я лично командую, да? Ваш бонус к урону от скорости увеличивается в пешем бою. Ага. Либо меньше урона получать, либо больше наносить. На самом деле лучше меньше получать. Наношу я и так уверенно. Защитимся от внезапных ударов пикой какой-нибудь. Так, хаос-райдеры нам тут немножко не в тему. А вообще, наверное, хоть сегодня день рождения мой, но уже больше часа, наверное, я оставлю это в таком состоянии. Я не знаю, может, больше не будет записей. Я просто вам рассказал про интересный мод и рекомендую в него поиграть. А я, может быть, продолжу это вечерком, без записи. Потихонечку поиграю. Вот. Спасибо всем, что смотрели. Спасибо всем заранее за поздравления, если такие будут. Наверняка будут, у меня люди воспитанные. Всем спасибо. Всем удачи и пока. Thank you.